Привет, народ, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Spin Tyres Mudrunner и проходить карты. Сегодня у нас карта, хрен его, как она называется, она на днях только вышла в Steam, и какое-то название русское, типа там, да, русское что-то там 110, это я по цифре понял. Надеюсь, у нас эта карта будет работать, потому что, честное слово, меня просто уже заебал этот Spin Tyres. Потому что каждую карту, которую ставлю из мастерской, она, собака, просто вылетает через 5 минут, через полчаса. И причем начинает крашить на одном и том же месте. А перед началом ролика рекомендую посетить мой магазин игр Alex Store. В ассортименте найдется большой выбор игровых ключей и аккаунтов, постоянные акции, подарки и раздачи. Все это и многое другое в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Что за фриз был снова? Короче, жесть, меня просто уже бесит этот Spin Tyres. Если он будет продолжать вылетать, его просто снесу нахрен и больше никогда в жизни его снимать не буду. Потому что реально задрал уже. Или мододелы такие криворукие, или Spin Tyres обновляется. Я, короче, не знаю. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Но это реально бесит. Так, 160, а тут уже ближе. Ну, не совсем ближе, но мы все равно двигаемся как-то наискось. Может, есть смысл туда заехать. Где я уже урон словил? Или он был изначально? Короче, непонятно. Надеюсь, туда будет дорога какая-то. Нифига себе. Там гора дикая какая-то. Мы туда хоть поднимемся или нет? У нас ни гаража, ничего нет. И зеркало еще болтается, как холодец какой-то. А реально ведь никакой дороги. Как я туда должен подниматься? Причем даже отсюда не видно никакой дороги туда наверх. Чё-то как-то странно. Вообще ничего. Это какая-то непроходимая карта, что ли? Или специально, чтобы я не открыл карту и катался вот так вот по закрытой? Не знаю, куда я еду. Может, уже точка какая-то рядом. 114 метров. Ну, мы сейчас, по идее, вообще вот сюда прямо на точку на какую-то доедем. Жестяк. Так. А, блин, показалось. Хотя, смотрите, мы... Отсюда, наверное, можем лупануть туда наверх. Я, конечно, не знаю, насколько это нормальная идея. По-моему, эта идея дебильная. Никакой нормальный человек таким... заниматься не будет, здесь даже лебеднуться не за что. И плюс на вот такой вот каменистый подъем сейчас лезть. На битом крузаке мы уже сели на камни. Но давайте лучше лебедиться так, чтобы наверняка. Потому что по камням, как вы знаете, у нас все плохо ездит. Блин, крузак шикарный. Салончик хороший. Моделька просто супер. Слушайте, но здесь столько камней, что, видимо, кто-то не хочет, чтобы я поднялся наверх. Ого, стаскивает жестко, стрёмно. Тихо, на камни главное не наезжать. Так, а сколько нам метров осталось? 240. А там снег лежит в горах. Тихо, стоп. Куда ты катишься? Не надо мне сейчас этого, крузачок. Пожалуйста, не надо. Игра, пожалуйста, не вылетай. Надеюсь, эта карта нормальная, которая вылетать не будет. Капец, слушайте, мы можем с собой топливо кучу взять. Кстати, у нас-то топливо как-то, это, мало. Я предлагаю подниматься сейчас на самый верх, потому что нам все равно куда-то в жопу в какую-то нужно ехать. По снегу, конечно, опасненько, опасненько. Шлифует. Уже и камни не нужны, просто сам по себе уже шлифует. Елочка, привет. Ого, а я туда хоть поднимусь? Такс. Ну. Лол. Хотел ходами чуть лупануть, но лупанул мордой, а не ходами. Кстати, народ, не забывайте подписаться на мой второй канал, на нем выходит куча интересных видосов. Ссылочка на него есть в описании под роликом. Так, мне нужно будет где-то уйти вверх. Ну-ка.
идеально. Я просто не понимаю, мне кажется, к той точке доехать невозможно. И возможно, для крузака эта дорога будет в одну сторону. У меня такое странное предчувствие, что эта дорога в одну сторону для этого крузака. Потому что спуститься оттуда, мне кажется, не будет возможности у нас нормально спуститься. Какой-то тут уже грязный снег. Там было нормально, все чистенько, красиво. Сел? Думал, все, сел. Так, а реально, дорог-то нету. Вон уже конец карты. Боже, мы еще постоянно мордой лупимся. Главное, чтобы он не стал красным, потому что он даже не заправлен нифига. Ого. Слушайте, лебедка какая-то длинная, блин. Шикарно. Она за другую елочку. Потому что нас стащило не туда, куда нужно. Думал, не стащит. Но стащило. 90 метров. Где-то она вот-вот-вот уже должна быть. Так, а что у нас карта не крутится? О, это карта. Камера. Тихо. Тихо. Сейчас снова мордой упремся. Нифига, проезжаем, проезжаем, проезжаем. Давай, 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 давай. Блин, капец. Ну видно, да, насколько скользко, как его таскает туда-сюда. Просто замерзшее озеро. Так, окей. Жопа елка. Ну типа, страховка, так сказать. Урон. А, я в землю резался. Я думал от того, что трос наш натянулся так. Хорошенечко. Это прям как... Блин, капец, я его просто убил, чтобы сюда доехать. И здесь шишига, и небось гаражные части, да, еще скажите? Ой. Блин, а круто. Реально круто. Смотрите, лед такой, сверху вода. А нет, шишига, просто шишига. Но я надеюсь, он не провалится. Но выглядит просто охренительно. Такого льда крутого я еще не видел. Так. Ага. Ну, то есть, в принципе, я был прав. Чё? Два очка? Не понял. У нас только топливо. Я уже подумал, думаю, блин, может на крузаке что-то есть. Так, ну, блин. Хочется ехать на крузаке, но он в такой заднице. Просто в нереальной заднице. Нам в идеале спуститься обратно вниз. Как-то. Ну, допустим. Допустим так. Но я не верю в это. Возможно, мы сейчас с ним попрощаемся, пока не откроем гараж. С нашим крузаком. Буду максимум к деревьям, чтобы можно было просто, если что, лебеднуться и было бы кого убиться. Морда уже клюнул. Причем хорошо, что задний ход зажал, потому что был бы, скорее всего, урон от того, как я клюнул. А, слушайте, ну мы, в принципе, спускаемся. Вон дорога. Блин, так тут вообще подъем шикарный был сюда к точке. Ой-ой-ой. Мы бы тут, по идее, нормально вообще поднялись. Кто ж знал-то? Но шишигу мы забирать не будем. Хотя шишига может полностью заправлена, я вообще не знаю. Она там стоит вроде бы с виду вся целая. Просто что она там делает, непонятно. Сейчас. Тут вот не елки страшно, а эти, блин, неровности. Так, я понял, я в елке застрял. Давайте лебедиться за другую елку, чтобы съехать с елки. Ну-ка. О! Ёпта! Чуть не опрокинулся, ненавижу этот прикол. Я проеду. Чпоньк и в говно. Так, шикарно, у нас тут еще в запасе река есть. Ого, так, давайте левечень брать. Так, ну типа... Давайте, короче, вот так вот поставим. Мне кажется, дорога прям туда, к точке будет идти.
Ну туда наверх, блин, это жесть какая-то. Нафига там точку разместили? У нас дворник уже сзади болтается. Или он работать пытается, я не знаю. Главное сейчас не убиться, пока мы сейчас будем газ в пол лететь здесь. Ну, хотя бы карта еще не вылетела, и меня это уже радует. Это реально радость. Куда, блин, понесло в дерево? Это, походу, магнит какой-то. Типа, чем ближе дерево, тем тебя сильнее тянет к нему. Может, так оно и есть? Может, на подъем надо ехать в дерево, на подъем, и оно тебя автоматом без лебедки будет притягивать к себе, да? Мне кажется, там уже конец карты. Мы куда-то свернули в другом направлении уже. А точка наша где-то слева. Лол. Ну ладно, ползем. Может, сейчас будет что-то налево. Но точка прям вот прям слева от нас. Дорога уходит неизвестно. О, налево дорога пошла какая-то. И прямо что-то еще есть. Я пойду налево. К нашей точке. Возможно, эта дорога по пути будет. Да блин, вы задрали со своим уроном. Нормально ж еду. Чё не так? Крузак, чё не так? Надо карту открывать. Нифига, тут корни всякие торчат. Лол, а чё у меня с бочиной сзади справа? Капец. Так, камнепад тут якобы. А у нас там есть тоже? А, там тоже точка разведки есть. Ну ничего, едем туда, может там сейчас будет точка разведки. Но мы по идее сюда едем, да? Да ядрить, колотить. Прямо. Сейчас будем чекать. Дорога ведет туда. Ну чё там будет? Я вообще без понятия. Ой-ой-ой, камушки. Главное сейчас не убить еще наш крузак об эти камушки. Это будет совсем не круто. Ну, я ж так предполагаю, что дорога туда пойдет куда-то, да? Наверх? Офигеть. Капец, тут камни. Тут реально камнепад был. Причем жесткий какой-то. Блин, крузак стрёмно выглядит. Сзади такой, смотришь, нормальный красивый крузачок, он просто в хламину уже. Блин, там и точка разведки где-то, по идее, недалеко. Наверное, самая жесткая карта по точкам разведки. В такую жопу их запихали. Вы чё, блин, серьезно? И там лесопилка еще? И гараж? Так может нафиг сюда ехать, мы сейчас сюда КамАЗ пригоним, его все равно сюда гнать. Поехали вниз. Мы сейчас сюда КамАЗ пригоним. Вон, кстати, точка разведки видно. Хоть это хорошо. Так, ну мы сейчас, скорее всего, морду себе коцнем хорошенечко так. Да. Так, ну лебедка нас вытащит, конечно же. Надо газовать назад, чтобы машина чуть выровнялась. Отлично. И эту точку мы сейчас откроем. А туда поедем на КамАЗе сейчас. Ну уж там гараж, туда дорога ведет. Гараж нужно открывать. В КамАЗе всего 2 очка. Так, ну... В принципе, да, мы скорее всего выбрали лучшую дорогу. Так, КамАЗ, как ты себя чувствуешь? КамАЗ вроде бы идеально себя чувствует. Судя по запаске, у него есть ремонтные части, да. Баки дополнительные, все дела, но... Еще неизвестно, кого придется тянуть на КамАЗе. Так, полный, наверное, вырубил. Хотя нет, можно включить. Какая разница? У нас-то все равно там заправка есть. Главное сейчас туда доехать, потому что этот КамАЗ достаточно жесткий, он доехать сможет нормально. А другая тачка с гаражными частями... Что там вообще, прицеп должен быть, или я не знаю, что там. Шишига ж не просто так наверху валяется.
Может, реально будут эти прицепы сраные. И я даже не знаю, что у нас будет за погрузка. Может, у нас вообще место сбора. Я даже не чекал карту, вообще не чекал. Только запустил и вперед сразу. Прикольно, так свет падает через елки. Что-то я раньше такого эффекта не замечал здесь в игре. Ну-ка, к дереву потянет? Не, не тянет дерево. Странно. Крузак тянуло. Блин, ну на таком, конечно, танке, как этот КамАЗ, ехать сюда сквозь деревья вообще не вариант. Нужно было брать с собой, наверное, гелик какой-нибудь или Теслу. Мне бы тут себя чувствовали шикарно. Мы бы тут сейчас дороги такие проложили, просто магистрали. Ну КамАЗ хорошо прет. И экономно, кстати. Нифига не жрет, едет себе спокойно. Вообще насрать ему. Просто даже не чувствует никаких неровностей. Мы нигде ни разу не зацепились. Ничего не сломали. По камням скачет. Тут сейчас даже урона, наверное, не будет. Хотя его лучше, если честно, не убивать. Потому что у нас еще гараж все-таки не открыт. Бабах. Не. Думал, сейчас удар будет. Но тут по камням, понятное дело, поедем потихоньку. Потому что любую, в принципе, тачку можно убить. А, это ручей. Думал, может, дорога какая-то. Так, знак зверистая. Дорога валяется. Там снег лежит. Здесь какие-то камни. Все серое, походу. Эти камни тут настолько падают, крошатся друг об друга, что в пыль просто превращаются. Тут же дорога такая серая. Может, нужна какая-то техника, чтобы там разгребсти все? Какой-нибудь пригнать трактор с ковшом? Разгребсти. Опа! Первый пошел. Полморды оторвало, да? Нет, нормально. Думал, полморды оторвало КамАЗу. По ощущению было именно так. Ну, КамАЗ прет. На КамАЗе, в принципе, можно даже просто наверх сейчас поехать, и мы доедем. Блин, урон, конечно, такой. Ну, по подвеске лупит, да? Внешне все целое. Вот тут сейчас будет самое интересное, потому что если мы его опрокинем, то это все. Это называется «забудь меня, забудь». Мы проедем. Это ж КамАЗ. А, так реально, слушайте. Камни болтаются. То есть, в принципе, можно дорогу как-то расчистить немного? Ого, чуть на пузо не сел. Ну вот неизвестно, что дальше. Дальше будет так же или уже по-нормальному? То единственный такой завал хороший. Ну там, кстати, можно попробовать расчистить КамАЗом завал тут. Блин, давайте себе хоть точку отметим. Гараж где-то здесь. Бабах. В бак. В лес. Ну что, бак прозрачный, что ли? Кстати, хреновое место, потому что когда мы будем тут ехать с прицепом, мы по-любому зацепимся. Да, тут прям все. А точка, ну, как всегда. Точка, как всегда. Разгрузить. Так, КамАЗ стал легче. Килограмм на 800. Давайте заправим его. Заправим все, что можно заправить в нем. Блин, в идеале, конечно, заправить бы этот крузак. Ого. Блин. Слушайте, ну высоко там. Просто убивать КамАЗ. Загоняя туда наверх. Ну, КамАЗ-то, скорее всего, нормально проедет, но, блин, КамАЗом лучше не рисковать. КамАЗ слишком ценная техника для нас. Вот крузак, он-то грузы возить не будет, он просто у нас карту открывает, правильно? Поэтому за крузак не жалко. Я пролезу тут?
Давай, газу, 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 давай! Давай! Нет, скользит. Ручник. Ручник всегда работает. Капец. Так, как бы нам туда выбраться? Наверное, через вот эти вот камни. Елки лучше не валить, чтобы лебедиться можно было. Где-то вот тут я сейчас, наверное, выеду. Лишь дофига я мечтаю тут. Кстати, мы-то на КамАЗе можем, по идее, отремонтировать себе этот крузак. Потому что урон-то уже не маленький. Слушайте, погнали, наверное, сразу сейчас наверх. Точка-то куда-то наискось. А в гараж, если что, сейчас спустимся еще. Хорошо засел сейчас. Лебедка с трудом тянет. Был бы это КамАЗ, мы бы его не вытащили. Ну, какой-то другой, не этот, который у нас сейчас. Ого, нифига себе, блин, далеко, как лебедка работает. Чем круче крузак, тем дальше за трактором идти, да? Так, 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 так. Причем от гаража там было 90 метров, а здесь 140. И по каким-то, блин, реально по снегам нужно ехать. Эй, я не пытался сюда заехать. Я не пытался сюда заехать. Блин, он на грани, у него начинают какие-то колеса цепляться за грунт этот. И мы просто чуть ли не опрокидываемся. Именно начинаем балансировать по-жесткому. Когда он начинает соскальзывать отсюда. Проедем? Нифига себе, проехал. Нет, не проехал, врезался. Ну, конечно, можно выехать, но проще, блин, лебеднуться и все. Я знаю, что у меня ручник включен. Я, чтобы выровняться поаккуратней. С помощью ручника. Блин, ну стоит попробовать. Я не знаю, что из этого получится, конечно. Но я попробую. Возможно, мы сейчас застрянем вообще прям на пятерку. А может, проедем. Хрен пойми как. Дерево мешает слева. Да? Да, уже коллизия у него отрабатывает. Так, надо... Не понял. А, фары горят, они такие хреновые. Блин, тут капец как темно. Хьюстон, у нас проблемы. Оп. Так, нам сюда нужно. Причем надо как-то вот так вот лебедиться. Оп. Отлично. Ползем. Ползем. Вон она, родная. Блин, реально здесь все точки будут в жопе просто. Просто в жопе. На ровном месте. Ого. Зарылся в снегу. Так, ух ты, блин. Блинский блин. Знаете, в чем проблема? Крузак, наверное, я не буду ремонтировать, потому что здесь вот тут река, и, по-моему, река вот тут прям на всю длину. И о чем это, собственно, нам говорит? Да, вот река тут идет. О том, что, возможно, мы где-то утонем на нем. И, типа, тратить наши ценные... ремонтные части, ну как-то не вариант. Поэтому мы сейчас предлагаю заехать на заправку. Как-то хрен пойми как спустит. Да ёб твою налево. Блять, ты издеваешься что ли? Еле дотронулся.
Еле да вот тронулся, реально. Короче, насрать, убьем его, не убьем. Мне пофиг. Я думал, крузак нормальная машина. Кажется, мы его убили. Нет, не убили еще. Что происходит? О, давай задом, задом, задом. В щель задом. Уху! Еще урон. О, кажется, мы спустились. А, еще нет. Еще спускаться нужно. Так, ну... Нормально, пока что. Бабах. Собака, думал, от елки будет урон. В землю впонахались. Крузак. Заебись. Нет, народ, мы поедем дальше на этом, на КамАЗе. В жопу этот крузак, говно собачье немецкое. Или этот китайское, японское говно. Ну реально, блин, на ровном... Я вас понял. Я вас понял. Вопросов больше нет. Надо ехать 2 км в час. Иначе будет жопа и КамАЗу тоже. Мы КамАЗ можем отремонтировать? Да. Давайте ремонтировать. Ну КамАЗ это все, что у нас есть. Шишигу я в счет не беру. Ну вот так вот на ровном месте КамАЗ мы сейчас отымели. По урону это, конечно, жесть. Я ожидал другого. Реально сейчас буду потихоньку ехать. Не хочу его убить. Он для меня слишком ценный. Так, а какую точку мы себе поставим? Да все, в принципе, за рекой. Вот это вот, наверное, если сюда хоп. Наверное, идеальный вариант будет. По камушкам сейчас по этим попрыгать. Я не знаю, большие валуны эти двигаются, не двигаются. Двигаются. Блин, реально нужно будет расчистить, что-то прицепить себе и взять их посталкивать. Чтобы можно было нормально ездить в гараж. Получается, то на одной карте ты летишь на КамАЗе, вообще пофиг. На другой карте тут еле дотронулся до чего-то, все, сразу урон. Я не понимаю, урон прописывается на машину или на карту? Такое ощущение, что на карту прописывается урон. Потому что как-то КамАЗ наш просто офигевает. Просто на ровном месте столько нахвататься. Это жесть. Это просто жесть. Так мы еще карту не открыли. Не, КамАЗ мы будем беречь. КамАЗ нужно беречь. Потому что без КамАЗа мы нифига не сделаем. Нам на нем еще лес возить. Ну, в принципе, когда ко мне нету, вот по таким говнам можно в пол топить. Да ёпты! Откуда? Кто-то сейчас скажет, это блок. Да нифига, от блока ни одна машина здесь в игре не ломается. Ну, у меня, по крайней мере. Просто двадцатку в луже. Так, давайте хоть карту уже посмотрим. Точки разведки, точки разведки. У нас вообще есть пилорамы. Погрузка бревен. Точка погрузки. Надеюсь, там есть автоматическая. Просто буду счастлив. Раз, два, три, четыре, пять. И два гаража. Но карту нужно все открывать, потому что нужно открывать гаражи. Возможно, было проще тот гараж открыть. Я реально вообще никак на карту не смотрел. Не чекал, какие погрузки, сколько гаражей, сколько заправок вообще не смотрел. Просто сел и начал проходить. Возможно, нужно было чекнуть. Главное, что хоть топливо есть. О, тут мелко, да?
Нихера себе. Крузак бы тут поплавал. Погрузился, только что так погрузился, я еще и подумал уже. Думаю, блин, неужели сейчас КамАЗ утонет? Да просто был бы фейл. Точка где-то близко, 120 метров. Но по лесу на КамАЗе, конечно... Ого. Это еще лужа. Огромная. 86 метров. Это самое ближнее место сейчас. Но здесь такой лес, что, блин, ну нереально просто по этому лесу лупить. И куда я еду в таком случае, если нереально туда до точки разведки? Че, реально туда в лес ехать? Блин, ну ладно. Поехали. Но я не хочу. Просто поймите меня, я не хотел, народ. Я не хотел этого делать. Мне пришлось. Какая-то тропа, что ли, да, с виду? Блять, ёлка отпиздошила меня только что. Просто меня отпиздила ёлка. А ёлка нормально мне по кабине настучала. Пол кабины разворотила. А, все, ремонта уже нету, да? Шикарно. Так, блин, ёлка. Меня еще ёлка ни разу не била. Чтобы она начала дергаться и просто меня отхерачила ёлкой. Ух ты, блин. Здесь прям по реке получается все это дело. Карта, конечно, жесткая. Вроде бы все просто, но как-то слишком жестко все. Не знаю, нужно как-то вдоль берега ехать, что ли. Потому что через лес пробиваться, не горю желанием. Глубина здесь какая-то под вопросом, но мне кажется, вот так вот можно сделать. Стрёмно, начинаю сразу в пол топить, чтобы выбраться из воды. Нифига, дерево было близко. Чуть не въехал. А, то есть, понятно. Ну, придется выехать сейчас. А где выехать? Давайте заново себе нарисуем. Нифига тут просто ямка. Ну-ка, проеду, не проеду хоть. Поехал. Понамывало тут. Короче, по-моему, груз возить здесь будет легче, чем карту открывать. Тоже, скорее всего, глубоко здесь. Хотя вот тут можно пересечь, я думаю. Хера себе нырнул. Давайте просто гараж откроем. И все, я тогда уже не буду бояться. Блин, а здесь же то же самое будет. Здесь будет то же самое. Так, давайте ближе. Надо за дерево лебедиться сразу. Чем-то. Нет, вот здесь мелко. Я не буду лебедиться, там слишком глубоко. Вот здесь... такой момент, что по идее можно как-то чуть это чпоньк и проехать. Да, фух, пронесло, реально пронесло, капец, это реально жестко. Просто когда гараж открываешь, сразу такой раз, типа этот, о, нифига себе, вообще тут классно все. Просто когда гараж открываешь, ты понимаешь, что в принципе тебе переживать не о чем. КамАЗ с двумя УАЗиками в гараже и Масыч. Нифига себе. Круто. Вон еще какая-то техника стоит. Вон еще. Так, стопы. Ремонт есть. Ремонт.
Ремонт. Ремонт. Короче, у всех ремонт. Да, походу тут люди шарят, что тут нужен ремонт. Всем причем. Давайте, наверное, к разом подремонтируем КамАЗ наш. И попрем дальше. Хотя к разом лучше КрАЗ, наверное, подремонтировать. Ох. Нет, скорее всего, точка разведки где-то или тут в лесу, или там, где река. Стоп, а что у нас есть? 400, 969, это Луаз. Но Луаз утонет в этой реке. Маз сожрет все. Это что? Урал. Урал может что-то показать. Так, а КамАЗ что? Интересно, как эти, блин, бобики выгрузить. Так, чтобы они не попереворачивались никуда.